Йоу, братишки и сестренки, меня зовут Брейн, это у нас игра под названием The Crew, мы продолжаем играть. Это у нас штаб Offroad, и сегодня, наконец-то, мы подкопили с вами денег с тех сходов, которые у нас были в тех сериях, и я могу купить, наконец-то, мотоцикл и попробовать новую дисциплину. Давайте посмотрим, что почем у нас здесь. KTM 450 XC... 15-го года стоит сколько денег? 78 тысяч баксов. Можно купить, конечно, получше, здесь есть более жесткие ребята у нас. Например, вот этот стоит 130 тысяч. Давайте хотя бы за 100 косарей, как говорится, возьмем, мне кажется, будет нормально. Так, цвет у тебя не меняется, диски у тебя не меняются, 99 тысяч. Можно покупать за кредиты команды, но у нас их что-то как-то не очень много, поэтому слишком тут не разгуляешься. Ну что, у нас открываются мотоциклетные угары. Новые миссии, сейчас будем это дело смотреть и проверять. На мотоциклах мы еще не катались, они здесь есть. Мотокросс «Берега Колорадо». Давай посмотрим «Берега Колорадо», потом посмотрим, то у нас 15 тысяч за заезд. Хорошо, я готов, в принципе. Что, никого нет больше? Мотокросс в прыжках и трюках. Фанатам только они и нужны. Давай. Давай, покажи сегодня высший пилотаж. Я попробую. Не забывай о мягкой посадке. Это да, чтоб себе нахрен хребет не сломать. А вот и уже людишки нас ждут, смотри. Давай, красавица. Ты должна показать класс. Ты должна сделать все, что от тебя зависит. Поехали, ёпта. У-ху, ебой. Да, у нас немножко есть, кстати, смотри. Опа, ёпта. О, это было плохо. Это было как-то не очень логично, мне кажется. Логики здесь что-то не слишком много. О-о-о-о-о. Хорошо. Допустим. В любом случае, мне надо прийти первым. Вот тебе и трюки, вот тебе и прыжки. Так, тем более для нас это новенькая дисциплина. Жми на газ, тебя все обогнали! Кто, где? Скажи мне, где ты это увидел? Глаза свои, это самое, протри. Чё-то, по-моему, ты немножко не прав, братишка. Кто меня, блядь, не обгонял? Сейчас я всех сдую. Ой, хорошо. Но аркадность здесь просто жесть. Серьезно, тут прям безумно такая пластилиновая, я бы сказал, наверное, физика. Смотри, что происходит, а? Не пытаются, но у них не сильно это получается. Воу, это некрасиво было. Так. Держись, братишка. Давай. Позиция хоть и шестая, но пройти-то можно, я думаю. Уходим. Поугарали, повеселились, теперь давайте попробуем все-таки проехать. Кристал у нас на первом месте, не знаю, парень или девушка, но сути это не меняет. Сейчас попробуем догнать Кристал. Кристал, надо свалить, желательно. Жалко, ногами биться нельзя. Я помню, была какая-то игра на мотоциклах, там можно было, короче, ногой бить. Слева, справа. Давайте направо пойдем, кстати. Раз про правую ногу заговорили, значит, пойдем направо. Такс. О, как плохо-то было. Так, контрольная точка. Я каким-то макаром оказался первым. Сам того не понимаю, что... О, Кристал, спокойно, Блядь, Джордж, свали, пожалуйста, отсюда. Ты тут не очень вписываешься в колорит-то происходящего. О, это было жестко. Как-то все нас просто в один момент взяли и вздули, когда мы... Я говорю, это закон подлости в этой игре. Что ты приходишь просто последним, блядь. Так, соснули все нахрен. Идите, блядь, в жопу, ублюдки, швиди. Некрасиво получилось. Я притом на козла еще умудрился встать. Так. Давай. Можно и вот так вот сделать. Троечка засчитывается как победа здесь. Ой, Джордж, я мог тебя обогнать. Я мог тебя спокойно сейчас сдуть. Я бы и первым, наверное, пришел. Надо просто немножко развеяться и понять, как что нам тут творить. Ой, ништячки. Там были ништяки, по-моему. Где? Блять, они там. Подожди. Не пропадаем. Фух, хоть что-то да взял. Фотозадание поблизости. Так, посмотреть. Я смотреть, наверное, не буду. Давай посмотрим, какие у нас тут миссии еще есть. У нас мотоциклетная тема была еще, по-моему, где-то. Мотоциклы. Я их еще... Вот тут вот можно. А, территория волков. Поехали.
Мы, в принципе, взяли довольно годный байк, то есть 100 косарей, между прочим, стоит. Он, по идее, должен себя еще хорошо вести. Так, выбор, фильтры... А, нет, Сузуки. Давай. Я еду на Сузуки. Это нравится, суки. Рифма прекрасная, да? Слушай, в стиле Джея. Есть гонка, в которой тебе стоит поучаствовать. Если хочешь славы, это то, что тебе нужно. Это уникальное событие, которое вызвало большой ажиотаж. Все главные гонщики будут там. Только не спускай глаз одного парня по имени Такер Морган. Он сам не разговорчив, но его навыки говорят за него. Так что залезай на байк и сделай его. Хорошо сказано. Залезь на байк и просто вздрючь его нахрен. Ну что ж, давай попробуем. Погнали, 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 погнали. О, хорош, хорошо. Пиши свое имя в историю трассы. Куда, 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 куда улетел, твою мать, куда? Печалька. Печалька, это просто охренеть, какая печаль, мать твою. Взяли, выкинули меня из трассы. И еще что-то хотят. О, здесь жестко. Здесь реально жесть. Ты посмотри, какая тут боль. Хоть меня и выкинули, но хотя бы не последний. Ты знаешь, обычно, наверное, после такого, мне кажется, можно развалиться, и тебя потом будут хирурги собирать уже. Как они умудряются нормально это все делать? Тихо, не переворачивайся! Ух. Знаешь, шансы на победу все-таки, в принципе, еще есть, наверное. Давай, 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 братиш, давай. Спокойненько, аккуратненько. Ох ты ж, ни хрена. Так, бичуганы сзади. Здесь сильно, наверное, прыгать не надо, я думаю, нет? Или надо такие? Опа! Видишь, вот из-за таких движений вот так вот просыраемся мы потом. Иди нахуй с пляжа вообще. Бля, ну я тебе говорю, физика стрёмная, реально. Она какая-то слишком какая-то неестественная. Понимаешь, что аркада? Я уже, наверное, неоднократно это говорил, но что-то как-то оно так все вяли. Блядь, тихо, 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 ша. Тихо, спокойно. Блядь, как кто придумал эту трассу еще на мотоцикле? Так, ладно. Хочешь по-плохому, давай по-плохому. 65% пройдено, и так можно обогнать. Его и надо обогнать, вообще-то, в принципе, желательно, блядь. Так, давай. Так, и свали отсюда вообще. Так, иди в сраку. Так и в сраке звучит, да? Что-то он, по-моему, в обрез пошел. Он решил немножечко объехать все это дело, да? Вон он, видишь, где был? Ах ты ж собака, твою мать. Сейчас попробуем доехать. Так, давай, 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 давай. А вода у нас, как получается, сцепляет плохо, видишь? То есть мы тормозим, получается, по воде, когда едем. Может, я попробую рядом где-то проехаться? Бля, это был финиш. Ладно, ну второй тоже, в принципе, неплохо. По идее, нам должны засчитать. Обычно в центре победитель стоит, а почему мы в центре? Уэйд, сюда! Можно сделать фото с тобой и победителем! Вот это прикольно. Второй. Мы пришли войти в топ-3. О, да не надо падать. Ну ты что творишь такое? Так, бонусы. Ништячки, наше все. Блин, тут ночь. Выигрыш, конечно, важен, но знаешь, что еще важнее? Ощущение, что трасса принадлежит тебе. Дремучий лес или сердце города, без разницы. Есть дорога, мы ее найдем. Нет дороги, мы сделаем ее сами. Скажу тебе прямо. Если хочешь ездить по дороге, проложенной кем-то еще, это место не для тебя. Да, звучит жестко. По идее, нам должны были дать, наверное, какие-то новые испытания. Блин, я самолеты хочу. Что-то самолетов давно не было. Самолетики, самолетики. Что у нас новенькое тут есть? Детройт. О, кстати, в Детройте можно покататься. На родине наших любимых девиантов. Что у нас там, Детройт? Магистраль в Детройте. Чикаго. Я хочу самолеты попробовать. Давайте сделаем самолеты и потом пойдем в Детройт, покатаемся уже там. У меня иногда возникает впечатление, что ты меня не слушаешь. Так что летай, зарабатывай очки, побеждай, понял? Отлично.
У меня нет выхода, я сделаю все, что от меня будет зависеть. Эй, открывайся! Вот, теперь нормально. О, это мой любимый самолет, удивление, это удивляшка. Я буду его называть удивляш. Удивляш-милаш. Горку надо замутить. Давай сделаем. Вертикально вверх. Так. Делаем петлю. Удивляется. Так, петля. Делаем, летим ровно, потом делаем вот так вот. Фиаско, бро, это было реально фиаско. Полететь вертикально вниз. Ну, полетели сначала максимально вверх. 2000 очков набрать вроде кажется простым. Но пикирование, смотри, как делается. Во. Выравнивай. Молодец. Блядский рот, ну как так-то? Выполните как можно больше фигур. Я помню, тут можно было как-то лавировать, бочком летать. Полет на боку. А если я сделаю петлю в обратную сторону, горка, смотри, работает у нас. Давай. Сделаем горочку. Отлично, бреющий полет. Летать как можно ниже. Сейчас, до бреющего полета можно сделать еще вертикалочку вниз. Ёпта. Так, давай аккуратно. Давай бочку в обратную сторону даже можно. Бочка 1, бочка 2, бочка 3. Бочка самая простая. Пытается ж, да? Вот, закончено. А чё очков-то нам не дали? Чё за бред? Вот мы летаем над домами, кстати, и вообще пофигу мороз. Тихо. Всё, по-моему, да? Просрали мы. Бля, надо было ещё одну бочку сделать. 1373 очка. А надо было набрать 2000. Ой, блин. Печальненько. 420 человек могло бы быть с нами. А, они, в принципе, и подписались, потому что мы сделали очень много чего интересного. И заработали немножко деньжат. Опа, бреющий полет. Хорошо, допустим, раз мы хотели с вами в Детройт, давайте отправимся в Детройт. Вот то, что мы тут накуролесили. А Детройт у нас был, по-моему, Ниагарский водопад. А что можно на Ниагаре сделать? Побег от водопадов? А давай глянем. Просто ради интереса посмотреть, как это выглядит. На корвете? Побег от водопадов на корвете? Серьезно? Он не очень управляемый, видимо, как для, только для дрифта скорее. Оо. Братишка, это плохо. Давай. Деревья! Бля! Плохо. Кто первее доберется 600 метров, да? 190, давай. Эта дорога точно не для того, где мы ездим сейчас. Спокойно. Твою мать! Плохо дело. 1279 метров. Достигнуть 690. Это совсем простецкие задания, то есть ничего сложного у них нет. Но зато 250 подписчиков на дороге не валяются. А вон и лосяш бегает. Так, чечечок заберем. Вон там лось стоит, смотри. Ха-ха-ха, нормальная тема. Вот это нормалек. Что еще у нас тут есть? Я думал, тут Ниагарские реально водопады будут эпичные. Побег водопадов, прыжок на воде. Прыжок на воде. Ну, можно сделать, кстати.
А нет, нельзя, это туда надо ехать лично. А Детройт, вот где мой Детройт. Магистраль, поехали. Посмотрим. Ты соперничаешь с классическими американскими маслкарами родом из 70-х на их собственной территории. Так, а ну подожди. Я же могу попрокачивать тебя как-то, нет? Хотя, наверное, пока эти не надо. Эти тачки легенды. Если хочешь их обогнать, то придется хорошенько поднапрячься. Согласен, направляйтесь к стартовой решетке. Многие спросят, почему машины мы не меняем? Потому что у нас нет денег на эти тачки. Или тут либо надо задонатить, либо ее открывать долго и муторно играя. Чудненько. Ну что ж, погнали. Так, поехали. Давай, родной, классические маслкары. А как нас вообще допустили сюда? Трасса тоже супер. Пора стать супергонщиком. Согласен, давай. Красивенько, красивенько, красивенько. Идеально просто вошли. Давай, детка, давай. Давай, Сесиль, ты должна сделать всех тут. Покажи этим американским пройдохам, кто тут красота. Так. Тихо. Ушел нахер. Трасса, кстати, хорошая, реально. Если по прямой были бы какие-то гонки у нас, вот это было бы топово. Что-то они как-то, по-моему, сильно отстали, нет? Что-то как-то не рассчитали ребята в Детройте. В городе призраки, да? Что тут вообще творится? Да. Ох, главное не вылететь. Хотя, с другой стороны, тут реально офигенские дороги. Я надеюсь, что Коннора можно было бы или Сару тут встретить, или Маркуса. Вот это было бы круто, конечно. Погонять, да, с ними на машине? Почему? Девианты, гонщики, было бы круто. Что-то совсем какая-то лавочная трасса, нет? 35%. Позиция номер один. Эти маслкары вроде очень мощные, они огромные движки, много лошадиных сил, но что-то как-то не очень, по-моему, они гоняются. 240. Раньше Porsche выдавал, дай бог, чтоб 200, по-моему, с чем-то. Ну, на нашем стоковом. А тут уже как-то подпрокачали, и вполне себе нормальная тема. Блин, вот эти вот повороты, я не люблю вот это. Так. Догоняют, смотри. Как бы я плохо от них не отзывался, но они пытаются что-то делать. Половину трассы мы прошли. Лишь та же самая дорога. Здесь точно, я думаю, можно в топ-1 выйти без проблем вообще. Если проиграем каким-то макаром, то мы всегда сможем это дело перепройти. Так, давай, родники. Тихо, не вертись. Сейчас все пройдем. Все будет топово. Мало того, что у нас озвучка голосом Хэнка идет, так у нас еще и Детройт. Стать гонщиком. Become a Racing у нас получается, Детройт. Так, тихо, собачки, вы чё, бля? Маслкары решили, что надо под шумок, наверное, все-таки немцев сдуть, да? Все-таки поддать немного. Чё там, блядь, у них-то за кафу? Там ребята, по-моему, вообще застопорились. Тихо. Немножечко мы так вот обманули всех. Легенький наёб, никогда еще не был никого плохо. Так что все четко. Так, давай сюда. Спокойно, братишка, спокойно. Без каннибизма. 91%. Готово. Вот это я не люблю ни хрена. Ну, ох, как мы идеально вошли под 90-то, а? Они на маслкарах пока разгонятся, блядь. У них там уже жопа гореть будет, наверное, от того, что мы всех сделали красивенько. Я же говорю, это, наверное, самая простая была. Самая простая гоночка. Войти в топ-3. Мы вошли в топ-1. Так, наша знаменитость, популярность. Ништячки, подожди. Вот, забрали. Все, мы возвращаемся в свободный режим. Сейчас подпрокачаемся. У нас же получается... Ого! Ого-го-го-гошечки. Так, вот это тут ничего. 176. 169. Ставим самое лучшее, что есть. Колес пока нет. Красавета какая. Так, Детройт мы покатались. Детройт мы посмотрели. Радар центра Детройта. Давай посмотрим, что там у нас на радаре есть. Сколько там надо разогнаться? Даже боюсь представить. Ну, до 200-то мы дотянем, я думаю, сейчас быстро.
Давай, давай. 210 надо? Прошел? Блять, 200. Сейчас сделаем 210, не вопрос. 10 километров не хватило. Полсекунды. Полсек, и мы бы спокойно всех сделали. Так, разворачиваемся. Давай. 210, наверное, не получится, видишь? Блин, ладно, давай еще раз. Надо подальше взять. Надо подальше взять разгон, где-то отсюда практически вот. Так. Ох, там чувак! Блять, ну вы, чуваки, даете, серьезно. 210, наверное, будет мало. Давай разгон возьмем сзади. Задом тоже мы неплохо, да? 100 километров задом не хочешь? Нормально. Так, 100, давай 200 надо. Только ни в кого не врежься, твою мать. Мне нужно 210 взять. О, 220. Шикарненько. Вот мы с вами и прошли. 221,5. Блин, мне чувака даже жалко стало. Его как-то поконаёбило. Блин, мне нравится Детройт. Красиво. Реально херенно. А вот и бонусы. Бонусы, которые, не знаю, кстати... заметил ли ты, но задания на умение длятся сколько захочешь. Прикольно. Сперва нужно набрать... Так, прикольно. Я хотел просто прокачать еще попробовать. Так, характеристики. 184. Вот это другое дело. Фух, так, популярность растет у нас как грибы после дождя. Давайте смотреть, чего у нас тут есть еще интересного. Не было именно оффроуда давно у нас такого жесткого. Штаб фристайл, релли рейд. Salt Lake City. Мировой рекорд переместиться в Salt Lake City. Давай посмотрим. Это место прекрасно, дикое, пустынное. О, да, Salt Lake City. Но оно и к лучшему. Я не отвлекался и сумел показать хороший результат. Не сказать, что выдающийся, но на его фоне мне будет лучше виден твой прогресс. Охренительно. Направляйтесь к стартовой решетке. Поехали. Погнали, 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 погнали. Вот это будет жестко. Вот это, я думаю, будет сейчас боль. Там же олень пробежал. Линята! Линята! Линята же! Опа! Вот это да! Тихо. Тихо-т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 ихо, мать твою, держись! Держись, братишка. Целее будешь. Опа! Подвеска здесь просто космос, блядь. Я говорю, так в реале, наверное, не было бы. Езжай, 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 езжай. Контрольная точка, въезжай. Так, нам сюда куда-то. Salt Lake City. Кто бы нам разрешил из властей вообще так кататься? Скажи мне, пожалуйста. 550 метров. Готово. Оу, а можно же там проехать? О, боже мой. Боже, тихо, 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 пиздюк, нет. Цель наша, видишь, что-то какой-то он не очень быстрый. Сейчас мы его догоним. Он неторопливый такой, неторопыга я бы его назвал. То есть он даже не спешит куда-либо ехать. Давай, братишка, давай. Видишь, там втыканули, почувствовали вкус победы, и все. Бро, я 200 почти гоню. Вон, а, мы сквозь него даже проехать можем. Давай насквозь поедем. У нас же типа оффроуд, нам не обязательно соблюдать все эти позиции. Бля, деревья плохо, 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 плохо дело. Оп, дорога для слабаков. Привет, лосяш. Мистер Лось не понял, что мы тут делаем. Что мы забыли у него дома. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, не надо так крутиться, не надо. А, следующий наверху где-то там. Половина пути уже у нас, получается, позади. Блин, прикольно, красиво, кстати. Ой-ой-ой-ой, мама Джан, ты что творишь? Сейчас пиздюк догонит нас. Нам же этого не нужно, правильно? Поехали сюда. Сократим немножечко. Что-то, по-моему, жесткое сокращение какое-то у нас. Да не врезайся ты, еб твою мать. Ну что ж такое-то, а? Чё ж не прёт-то сегодня-то? Контрольная точка. 60% пройдено. Все нормально. Все отличненько. Там лиса какая-то или волк пробежал. Слава богу, хоть яйца не откусил нам. Так, нам сюда. Я помню, когда вышел PlayStation 3, была игрушка под названием Motor Storm, по-моему, называлась. И там все дико восхвалялись тому, как там отлетает грязь, как вообще реализована сама по физике грязь в игре. То есть,
Хотели, наверное, сделать как в флотауте в свое время. Эй, лосяш, тихо! Тихо. Немножечко объездов. Воу-воу-воу-воу, не надо вертеться. И здесь тоже вроде есть как бы намек на грязь, но я помню, что на третьей Соньке прям дико радовались и восхваляли то, как оно там реализовано. Я помню, когда еще хотел купить, мечтал только о PlayStation 3, я еще тогда, по-моему, блогером даже не был. И она продавалась в бандле, я помню, именно с этой игрушкой. Там, по-моему, выходила и вторая часть. Надо будет как-то попробовать порубиться в нее. Может, она есть и на PS4 тоже. Пустыня! Друзья мои, мы в пустыне, самая настоящая. Вот это охеренно. Вот пустыня мне нравится. Пустыня смотрится круто. Бархан, ёпта! Хорошо как. Тут нам никто не помешает, просто едь себе и все. Финиш прямо перед тобой. Давай, детка, давай. Надо сделать все по красоте, Шарли. Готово. Отлично. Ты побил мой рекорд. Молодец. Но пусть это не входит в привычку. Ясно тебе? Согласен. Деньжатки нам подкинули и немножко под 500. До знаменитости еще, наверное, серии 2 где-то надо, чтобы получить знаменитость. Так, возвращаемся в свободный режим, только дайте мне бонусы. Забираем. Слушай, а я же могу ее прокачать, получается, прямо сейчас. 5 характеристик, мы ничего особо не прокачивали в ней. Вот так вот. Готово. Такс. Она и без этого, в принципе, довольно круто катается. Все, здесь все. Баги. Самые настоящие баги у нас. Так, что у нас по карте? Лас-Вегас, Солт-Лейк-Сити мы уже были. Юг Лас-Вегаса Стрип. Проходили мы? Да, мы проходили это дело. Самолет я не хочу пока. Я вот думаю, что бы нам такого выбрать? Мотоциклы, лодки. У нас есть лодочки. В Сан-Франциско Тихоокеанский берег. Ну что, попробуем? Давайте попробуем. Готово. Гоняться в океане не то же самое, что гоняться в озере или по реке. Придется сражаться с волнами. Но если ты приноровишься, сможешь их приручить и использовать для победы. Я согласен. Я согласен хотя бы попробовать, как это будет у нас. Поехали. Один. Погнали. Погнали творить мясо. Просто хламинос, ёпта. Давай, детка, давай, давай. Лоуренс, какого хрена, блядь? Балансировка катера. Так это мы поняли. Смотри, смотри, смотри. Ты смотри, что происходит вообще. Как можно это, блядь, назвать... Опа, 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 парни. Полетели. Тихо, 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 тихо. Пытаюсь заполнить твой бак с нитро силой мысли. Ушел нахер. А, мы пятые. То есть мне показалось, что я уже в начале где-то. Давай. А, они здесь зашли. Можно было и слева, можно было и справа. 200 километров, друзья мои. 200 километров по воде мы фигарим. От души просто. А с нитро будет все 240, наверное. Так, контрольная точка прошла. Пятая позиция. Я даже не понимаю, какие у меня шансы вообще на победу. Рикардо-то я обогнать, наверное, смогу. Рикардо с кем-то еще соревнуется. Ника я не вижу отсюда. Уилсон. Сейчас попробуем вас, парни. Они что-то слишком слева зашли, видишь? Это, наверное, их сломает сейчас. Так, Рикардо, свали-ка. Что там было за, блядь? Что там была за жесть такая? Здесь проще, кстати, в повороты входить, тут у нас вода, как бы маневра больше. Давай, мост из GTA, а? Как вам? Нормально? Нормалек. Рикардо, дай я тебя вздую, блядь. Хотя бы мне надо в топ-3 войти просто. Чтобы эту гонку засчитали как победу, мне нужно тебя вздуть. О-ха! И яхты, как в GTA Online у нас были, да, смотри? Ой, Рикардо, Рикардо. Там чуваки, смотри, соревнуются, прям идут вровень. Взяли юбики, наверное, посмотрели, как в GTA Online все это работает. И, ну, это просто очень так выглядит, точно так же все. Да, это круизер, конечно. У нас там яхты попроще, поменьше, но стоит охренеть как дорого. Вот и волны. Вот то, о чем нам говорила барышня. Волны, с которыми мы должны уметь справляться. Блин, догнать бы вас, придурки. Тихо. Ускоряшка. Нет, пиздюк, я тебе не дам там пройти. Ты справа хочешь?
финиш 300 метров. Главное, что держаться в троечке. Я же говорю, этих ребят вообще догнать не получается. Фух. Ну, как-то так у нас. Войти в топ-3. Сейчас бонусы надо только забрать. Уж они прям разъезжаются, разлетаются все. Готово. Все забрали. Все, что было, все мы взяли. Ну что, друзья, сделаем перерывчик. Мы уже полчасика с вами играем. А если понравился The Crew 2, ставьте палец вверх, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые серии. С вами был Брейн, увидимся, услышимся. Всего хорошего, аривидарчи.